пока никого нет, и все отдыхают. Я, что вы думаете, занимаюсь? Чем Юля бы еще занималась? Ну, чем бы Юля еще занималась бы? Дрова краду? Не поверите. Еле заперла этот пень в эти вагонетку в эту. Сейчас вам покажу, куда я их ворую. На черный день, 100%. Кони в шоке все такие смотрят, куда это она поехала. Короче, погрузили в тачку. Бля, у меня тачка без колес, ну а что делать? Без колес так без колес. Под другого выхода нет, придется в этой. Да, Сет, хоть покатаю. Ну что, поехали покажу, куда я складываю свою заначку. Интересно, Серега заметит, что пропали дрова? Ну погнали. Это нормально, это тут еще едет в тачку, едет просто она. Как это безумно, она катится с горки. Сейчас я вам покажу, где она не будет катиться. В общем, как-то вот так я это все перебегаю. Двигаемся дальше, прямо туда, к повороту. Вы думаете, это мое первое бревно? Не-не, это уже второе бревно. Так что посмотрим, сколько я туда перетаскаю. У меня здесь, видите, уже дорожка натоптана моей заначки. О, приехали. Вообще, почему думаешь, что за мной никто не наблюдает? За мной вон 4 глаза следят. Вон те 2 глаза тоже наблюдают. Никто сюда идти не хочет. Но зато они все прям смотрят. А куда это я? Чего это я? Там он сидит под крышей сета, он рыжий. Пытается пройти. Интересно, дойдет? Идет мой преследователь. Идет мой охранник. Аккуратней, не провались. Охрана наша. Скажи, а что ты тут сама делаешь? Без рыжика, да, рыжик? Что тут без тебя делаем? Скажи, аж интересно. Просто. Так, назад поедешь в тачке. Он скажет, как удобно, конечно, можно сесть и рассматривать природу. Скажи, я знаю, нафига эти пеньки. Мы тут все время тусим. Осень, весна, лето, пока теплые погоды. Будем переворачиваться. Аккуратно. Переворачиваемся. Аккуратно. Так, надо на ту сторону встать. Рыжик все решил. Говорит, надо идти. Это опять что-то придумал. Плюшки. Так. Ой, нормально. Далеко не покатилось. Но вот так вот. В общем, вот эти пенечки я ставлю, мои уже просто тут загнили в труху. И мы тут гуляем с котиками, а можно вообще кому-то погулять. Вот тут вообще природа классная, под березками. Все круто. И Сет подтянулся, скажи, а что вы тут на нашей поляне котиков делаете? Сета, скажи, я, конечно, эту дорогу уже натоптала. Он по дорожке такой вышел на дорогу. Рыжий, кстати, так и не ушел, не вернулся. Вон он тусякает. Всем привет. Все, на сегодня гимнастика, зарядка и физическая культура выполнена. На все 100%, потому что я только поскакала на куклин. Вот. Топаем домой. Чуть не потеряли стульчик. Это мой штатив. Лень просто было идти. На штативом. В общем, вот, брала стульчик. Все, поехали. Дальше. В общем, все, приехали, воровской инструмент положили на место. У нас кроме Грея никто не видел. Да, Грей? Он гавнул, потом увидел, что это я, и такой. Это пускай ворует. Мне кажется, незаметно. Не, не заметит однозначно. Подумаешь, там два минус, один плюс. Мне кажется, совершенно не заметит. Так что можно спать спокойно. В общем, похудильное воровство удалось. Моя жадность не выдержала. И стрелила еще один пенек. Только не говорите, Серёй, он меня убьет. Он и так мне делать не хотел. Пришлось красть. Все, возвращаемся обратно. Самки на место. Быстро, как будто ничего не брали. Все, как будто таки было. Юля, а зачем ты за собой возишь тачку на веревочку? Да так, за детством соскучилась. Ставим на место. Все, запарковали. Положили, как было. Все, супер. Уходим.